Вот мы перешли на второй мостик. Воды здесь много стало. Было полметра, сейчас 4 метра. Увеличилось, я не знаю, может, раз в 5 озер. Вот мы сейчас сыпать уже начинаем. Тут у нас получается две машины песка. Две. Ну, отсюда вот будет развозить, что останется на первый мостик. По милости Божьей здесь рыба. Вчера уже спрашивают посторонние, с другой деревни можно? Мы говорим, можно. Которая внутри деревни, там нельзя, а тут... Ну, да, наш труд, все так, ну, мы не чураемся. Вот сейчас я попросил траву срезать. Слава Богу. Игорь, легко до того работать с ним. Одно удовольствие. Ну, роль нормально. Пошло непонятно почему. Куда он едет? А зачем? Ласточки летают. Но ласточки-то живут где? В деревне. Вот тут Новозоринский околок. Глубокий ров. Глубокий. Ну что сюда, скинуть хотел или еще? Зачем же свернул-то? Ну вот мы сегодня работаем. На первом мостике работали, сейчас на втором мостике. Брат Игорь, он развозит песок по дорогам. А мы-то подсыпаем, где можем, лопатами своими. Иначе мы тут руководить. Какая вон трава интересная. Даже не знаем, как она так. Красота такая встает. Это называется у нас второй мостик. Он еще будет разравнивать потом по всем. Там тоже кувшинки. Кувшинки стоят. Интересно. Кувшинки. Белина. Да? Да. Подешь ее и на стенку полезешь. А это есть белина, что ли? А? Это есть белина? Это белина, она в виде маковки. Такие ребятишки иногда едят и такие делаются. Василий Великий говорит, нам не запрещено зелень любую есть. Но не белины же мы, а бели, чтобы белину есть. Мне на этого Романа Сергия как-то выйти надо. Или кто-то за него полномочный такой. Поговорить о благовестии, о Библии. Я все хожу и размышляю о нем. Какое разочарование ждет, это конца края нет, но это в 7 веке и в будущем.
Игорь, скажи, чтобы он разровнял здесь. Давайте сначала увезем, а потом остатки размажем здесь. Нет? Ну смотрите, ну в общем я опять сейчас размазываю вот это то, что есть. Выправим, а сколько возможно. Вот до сюда, и все. Все, до сюда. А потом тогда повезем туда. Да. Это, брат, вот белина называется. Как? Белина называется. Не понял. Белина, вот это белина? Называется. Да, растение, кувшинчик. Ну, он сейчас еще раз проедет, потом пойдем сами заделываться за ним. А, далеко их не хватило в том году. Вон откуда аж начал. Что далеко? Ну далеко в том году не хватило песка. А, да куда они сейчас возили? Того места, да, наверное? Ну да. А что они решили здесь? Что? На плотину это песок. Ну, чтоб не таскало. Машину-то таскало здесь. А здесь же глина. А, это откуда не хватило? В эту сторону? Да, 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 да. А там есть, да? Да, это в том году вот здесь та же куча была навалена, даже больше еще. Он возил туда, мы ему в чашку нагружали, догружали, чтобы полная была. И он оттуда сверху начинал и развозил также ковшом. А это туда оставил, да? Да, это туда сейчас будем возить. Еще там разравнивать после. Угу. Ну вот еще какая сегодня интересная погода. Дождик полил немного. Небо такое по-своему красиво. Это вот самый большой, вот этот самый большой лог считается, второй мостик по ширине. Лог? Да, вот этот лог. Тут вода была, да, раньше? Ну вот это новый поток, следы нового потока. Новый поток? Да. Почему новый поток? Ну, потому что откуда столько воды тут взялось бы? Тут ни реки, ни моря нету, ничего. Все, поехали. Да. Ну все, слава Богу за все. Ну все, брат, может с того края начинать.
Я сейчас присоединюсь тоже. Да-да-да, там с середины начни, а? Сейчас я ему отдам камеру. Ну все, слава богу за все. Батюшка приехал со своей собакой. Рано пришла, а? Да хорошая собачка такая, вот она. Замечательно. Ну, давай. Ну что вы наделали? Сейчас на велосипеде не проехать. Вот ну... вообще-то будет хорошо ехать. Грязи не будет. Нет. Вот тогда сухой, здесь тоже даже не проезжал, крутит вот так. Ну вот. Ничего не сделать. Зато машины едут вот так, приветствуют нас, радуются. А. Привет, рукой машут. С Игорем одно удовольствие работать. Да. Никаких противоречий. Сколько работаю, только покажешь, все так и делает. И поэтому мы быстро заканчиваем. Я, наверное, не завтракал еще. Он ушел, уехал, наверное, без завтрака, быстрее вернулся, здесь ты его перехватил. Он мне позвонил, говорит, готов я. Я тогда бежать скорее, вон они, хлопцы наши идут. Женя Долгов помогает. Мышей ловит. Я все поймал, ну, да, хотел отнять, я на эту же хоп. А у меня рыбу, когда ловлю из мордушки-то, шарик сразу ест, а ураган не берет. А. У меня кошки не едят свежую рыбу. Интересно. Блин. А ворона, любые кости выбрасываем и не давится ничего. Надо, когда они поедут, взяли бы ведро и на Рыжковский выпустить. А что там? Карасей. Вот когда здесь будет меньше 25. Когда что, меньше 25. Когда 60 выпустит, побольше на выпуск. А откуда ты узнал про 60-то? А? Да я примерно говорю. Ну, а примерно это ни на чем не обосновано. Вчера шофер... Вчера шофер говорит, а где рыбачить-то можно у вас? Я говорю, вот на Рыжковском и вот здесь. Тут вы можете. А в деревне нельзя, там у нас надпись стоит. Смотри, чтобы не попало под машину. О, хлопцы пришли. Пришли зарплату получать. Вот сейчас тут брат заканчивает уже. Остатки подсыпет. Конечно, на велосипеде тут уже не проедешь, только пешком идти. Ну, каменистая. Ты ж можешь спокойно ехать.
селище от долгов, то нам бы еще тут и сделать. Молодец, да. Всегда аминь. Помогает нам. Это он сколько там? 4, 5, 6, 7, 8. 8 КАМАЗов прикинул песка, зачем? И еще не взял зарплату. Человек не нашего круга, как бы, а на самом деле помогает все время. Ну, он один заменил целый совхоз. Я не знаю сколько, говорит, то ли 18 человек работает, что ли у него. Это весь совхоз, 6700 гектар. Ужас. А ужаса нет, он делает как надо. Ну все, на этом конец. Володя с Игорем шли, маленько не дошли, начали дорогу подправлять песок по-хозяйски. Игоря барабаша отпустили, все. Получилось, что у нас здесь 2, 3, 4 КАМАЗа мы израсходовали. Рядом здесь что, первый мостик, не особенно воды много, но однако есть хатка, вот одна напротив, там другая хатка, андатры, крыса американская водяная. Это ребята остановились. Поднимается на второй мостик, и там сделали. Благословенно все было. С барабашом работать одно удовольствие. Чего не скажешь, моргнешь, покажешь жестом. Тут же все уже сделано. Человек такой бесконфликтный. Это все бесплатное. Все дороги, вот дороги какие вот сделались, пруды мы восстановили, это вот, ну, мы бывшие, как сказать, лагерные. Ни копейки, нигде не получаем. Мы живем, даже нужды нет. Почему? Работаем, встаем раньше всех в 4.30, 4.40 утра.